Таня, здорово, ты куда пошел, дружище? Мне нужно 200 рублей. Займу. Нет, нет, ничего. Не гони, у тебя есть 200 рублей, давай сюда. Ты что, бессмертный, что ли? 200 рублей, займу. Другое дело, ботаник, свободен. Потом верну. Че, отнял? Нет, заметил. Понятно, отнял. Когда ты уже скажешь ко мне? Почему я должен приходить в школу каждый раз и выслушивать эту ерунду о тебе? Сколько это может продолжаться? Мать измоталась, тоже ходит через раз постоянно выяснять, что с тобой происходит здесь. У меня нет времени приходить с работы, постоянно выяснять, что какие-то твои проблемы. Взрослый, самостоятельный. Заниматься сам должен, понимаешь? Все. Мне на работу. Ты уже взрослый, ты сам знаешь, что с тобой делать. С собой делать. Контрольная работа. Итак, от того, как напишете контрольную работу, зависит ваша оценка. Морозов, понятно? Понятно. Начали работать. Извините, можно сдать? Да, конечно. Чего вылупил, а? Смотрит. Да ладно. На свои 200 рублей. Спасибо, что одолжил.